Еще раз напомню, что только в плей-офф в прошлом сезоне Челси проиграл в ответной встрече Порту. И последний раз Челси проигрывал в группе. Рюдигер, ой, какой проход! Рюдигер, удар мимо ворот. Вот это да, от своей штрафной практически этот немецкий гигант дотащил мяч до чужих ворот. Нашел возможность для удара, но в 7-метровые ворота защищаемые Станиславом Крицюком не попал немецкий защитник. Матч 20 очков и 3 очка отрыва от Бормута. Первый из команд, который в зоне вылета находится. Рюдигер. Рюдигер танком прет. Из правой ноги пас делает. Не хватило еще. Kaum ein Pass landet beim niederländischen Nationalstürmer, weil sich weder Boateng noch Neustädter oder Meier durchsetzen können im Zentrum. Das ist Rüdiger. Sowohl defensiv wie auch offensiv mit sehr viel Tempo auf den Seiten, mit Werner links, mit dem wohl spektakulärsten Bundesligaspieler aktuell Hahn auf der rechten Seite. Коли Ромео немає, центр поля Саутгемптона виглядає слабше. Рюдігер проходить він Ворд-Праус, ось як нагадування про це. Передача на Лукаку, 2-0, Ромело Лукаку. 10-й гол, ні. Рюдігер. Antonio Rüdiger. Il a remonté les trois quarts du terrain. Аспиликуэта, Рюдигер. Лёх, как подкатился на Нголан, то под него здорово, четко, но Рюдигер справился со своими бывшими одноклубниками. Фер, Уэйн Рутледж и Натан Дайер. Где-то в атаке пока. Рюдигер, как и сковора, зато прошел уже 40 метров, идет дальше. Gute Stellungsspiel von Antonio Rüdiger. Klar, und beim Stand von 0. Oui, bizarre. Perisic, Rodriguez avec Rüdiger. Rüdiger qui est passé devant Perisic, devant Kondogbia. Faire les bons choix, Antonio Rüdiger. Listas en ese pico del área. Ahora consiguió salir y dar con la tecla el equipo de Tuchel. Arranca Rüdiger, que tiene esto. Se viene con la conducción. Ну-ка, Валера, выдумай нам что-нибудь. Рюдигер. Замечательно играет в отборе Рюдигер и несется дальше вперед. Джеко на Рюдигер. Рюдигер выходит из обороны, встречает его соперники, но Рюдигер проходит то скольких игроков Манчестер Юнайтед. 30 секунд, 30 секунд, pour faire 80 метров. И pour surtout reprendre ce ballon à Rüdiger. Rüdiger toujours. Rüdiger encore. Le centre fort de la...